Добрый день. Сегодня предлагаю связать такую нарядную летнюю кофточку. Может быть, это будет сделано топом, может быть, сделано туникой. То есть это на ваш выбор. Узор мы с вами его вязали в шале. Мы с вами учились вязать его прямым. И теперь по многочисленным просьбам я решила связать вот такую летнюю кофточку. Потому что узор на самом деле очень интересный, очень красиво смотрится. И нарядно, и на каждый день, и на праздник. Я думаю, это будет очень актуально. Поэтому сегодня предлагаю вот такой вариант нашего узора, который уже объединен в круговое вязание. И такая кофточка появилась на свет благодаря вашим пожеланиям. А сегодня предлагаю посмотреть, как это вяжется. Сегодня мы будем с вами вязать вот таким узором, который недавно вышел, да? Или, может быть, уже давно вышел. Таким узором будем вязать летнюю кофточку, либо это будет туника, либо это будет топ. То есть посмотрим, что у нас получится. Вот такой узорчик у нас есть, вязать его мы умеем. Ниточки я взяла Анна 16, тонкий хлопок и крючок номер 2. Хлопок у нас 530 метров, 100 грамм, 530 метров, тоненький на лето. Будет у нас такой вот узорчик. Наша задача связать петли Соломона. Петля Соломона, помните, да? Петля Соломона. Нам нужно набрать столько петель Соломона, чтобы они равнялись объему наших бедер. В сантиметрах я не буду говорить. У всех разные петли, разные нитки. Вот. Набираем петли Соломона. Не очень большие, не очень маленькие. Примерно у меня получается где-то сантиметр петля Соломона. Петли Соломона должны делиться у нас на 2, потому что цветочек вмещается в 2 петли Соломона. То есть четное количество петель Соломона мы набираем. Измеряем свою окружность бедер, самое широкое место. И потом начинаем вязать узор. Узор очень несложный. Я думаю, получится у всех. Наша задача набрать столько петель, сколько каждому из нас необходимо. Провязали, посчитали петли Соломона. Четное количество, помните, да? Замыкаем в круг. И начинаем вязать воздушную петлю. И вот сюда, в центр петли Соломона, вяжем столбик с одним накидом. Три воздушные петли, которые между столбиком и петлей Соломона закрепляем. Таких столбиков у нас должно с вами получиться 6. Каждый раз после столбика вяжем 3 воздушные петли и провязываем за столбик. Вот у нас с вами 2. 3, пико, четыре, один, два, три, между столбиками пико, пятый столбик, один, два, три, пико и шестой. И шестой. Один, два, три. Вот. Шесть столбиков провязали. Находим сердцевинку пико. Присоединяем. Делаем воздушную петлю. И вяжем опять заново. В центр столбик с накидом. Пико. Раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков. Вот. То есть должно получиться у нас вот таких 6 столбиков. По всему периметру мы вяжем. Это у нас будет такая красивая обвязка. Довязываем до конца. Поворачиваем вязание в обратную сторону. И начинаем обвязку заново. 6 столбиков с пико. Заканчиваем вот здесь. Точно так же, как у нас с вами на узоре. Провязали 6 и еще 6. И только потом начинаем движение вверх.
обвязали полностью круг веерочками, соединили. Теперь смотрите, что мы делаем. Если вы хотите, чтобы край был ровный, вот таким образом, то мы начинаем вязание вверх. Если вы хотите сделать обвязку, как вот у нас есть на узоре, то еще вниз, точно таким же способом, как мы сейчас, мы вяжем вот эти 6 веерочков. То есть довязали и все заново начинаем. Тот же самый центр мы. Столбик с накидом, 3 воздушные петли между ними. Вот. Идем дальше, чтобы не отнимать время, не затягивать ролик. Если вы решили вязание просто продолжить, что мы делаем? Вяжем петлю Соломона, прячем ее с обратной стороны в центр, петлю Соломона. Это у нас подъемная петля, но чтобы не было ее видно. Наш узор смотрим. У нас здесь с вами должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пико. Не в третью, в четвертую. Вкалываем. Вот. Это у нас с вами будет такая как бы невидимая петля. И теперь ряд у нас очень простой. Одна петля Соломона и еще одна петля Соломона. В третью пико. 1, 2, 3. Столбик без накида. Раз, два, три воздушные петли. И пико. То есть один ряд у нас будут только петли Соломона. Две петли Соломона. Пропускаем здесь две. Раз, два. И в третье пико. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Вот. Соседнее пико. То есть вот таким образом мы с вами поступаем. Это у нас будет второй ряд. Второй ряд. После чего, когда мы свяжем второй ряд, мы опять с вами поступаем точно так же. В самое начало. Петли Соломона вкалываем и вяжем в центр 6 столбиков с одним накидом. А петли Соломона у нас остаются украшения, и сюда мы уже будем веерок сюда вяжем, присоединяем вот сюда. И вот такое у нас будет вязание по кругу. Интересное достаточно. Хотела показать вам небольшой секретик, да, как мы заканчиваем вязание ряда и как его начинаем. Связали 6 столбиков, теперь соединяем в петле Соломона самый последний столбик и самый первый, мы их объединяем. И как начинать новый ряд? Я начинаю так: 1, 2, 3, 4. Перехожу в самый центр нашего веерочка. Здесь вяжу петлю Соломона. Так. Где она у нас, петля Соломона? И соединяю по узору, да? 3 в третье. В третье пико. И здесь уже 1, 2, 3. Здесь уже продолжаем вязание. То есть с этого момента и получается, что вот наше пико. Получается, соединение красиво, шва не видно. То есть здесь мы с вами вяжем 2 петли Соломона, присоединяем 1, 2, 3 в третье пико. Вот. Таким образом я соединяю. Что теперь? Я провязала 50 сантиметров в круговую. И теперь, поделив полотно пополам, то есть мы с вами отсчитывая веерочки, чтобы у нас было все ровно. Все ровно. И теперь я буду вязать отдельно. Можно пропустить вот один веерочек, оставить на пройму. И с этого момента вязать по спинке. Точно так же количество веерочков посчитали. Туда и обратно.
Просто спинка у нас будет ровная, без выреза горловины. А вырез горловины, то есть уже вторую часть, будем вязать немножечко по-другому, естественно, с вырезом. А теперь вяжем, смотрите, петли Соломона в одну сторону, ровно половинку до следующей проймы, и обратно нашим таким же узором, 6 веерочков. Итак, я провязала спинку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов провязала отдельно спинку. Каким образом, вот здесь, да, мы заканчивали. Я вязала, смотрите, вот этот вот ряд, вот он идет у нас. Просто петли Соломона мы вяжем с изнаночной стороны. С изнаночной стороны поворачиваем. И с лицевой мы вяжем вот такие вот цветочки. Хочу показать, как я делаю сокращение на горловине. У меня здесь было 7 веерочков. И я в каждом ряду веерочков сокращаю на 1. Каким образом я делаю скос? Петли Соломона мы вяжем на обратной стороне, на изнанке. Петли Соломона вяжем, вяжем, вяжем. И подходим к последнему веерочку, который нам провязывать уже не надо. Одна петля Соломона, не две, как здесь одна. И в третье пико просто столбик с одним накидом. Вот, все, поворачиваем. Вот, у нас скос уже есть. Здесь вяжем веерочек. 6 столбиков и пико. У меня осталось 4 веера. Я их буду вязать до окончания проймы, не убирая, не прибавляя, просто ровно. И будет вот такой скос с одной стороны и точно такой же скос с другой стороны у меня будет. Здесь в самом конце мы провязываем каким образом? Столбик, петля Соломона и столбик с двумя накидами, для того, чтобы у нас образовался вот такой ровный край. Довязываем. И начинаем, когда вязать, 4 воздушные петли, петля Соломона. С двух сторон будет одинаковое вязание. Довязали 4 веерок. Как мы присоединяем, да? Вот у нас петля Соломона. Мы ее присоединяем. Ряд завершили. Начинаем новый ряд. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И петля Соломона. Поворачиваем. 1, 2, 3. Ищем третье пико. Присоединяем. 1, 2, 3 воздушные петли. Вот. Все. То есть вот такой у нас будет с вами край вязания. Сюда будет одинаковый. И 2 петли Соломона. Будем вязать 4 веерочка, которые остались на плечо. Несколько рядов. На пару рядов больше, чем спинка, для того, чтобы у нас эта половинка была чуть больше на грудь. Вот. И уже потом покажу, как будем соединять, как будем сшивать плечевой шов из 4 веерочек. Я довязала вторую половинку, точно так же, как и первую. Вот она у меня. Получился горловина достаточно интересный, кругленький. Теперь задача наша соединить плечи. У меня здесь 4 веера. Я их довязала вот до такого состояния. 4 веерочка. Точно так же я выделяю 4 веерочка на спинке. 4. Что мы делаем теперь? Смотрите, вяжем 4 петли подъема воздушные. Делаем 2 накида, 4 веерочка мы берем со спинки, вместо соединения соединили и вяжем точно так же, как мы бы вязали петли Соломона в одну сторону. Вязание переворачиваем сейчас, тихонечко все перевернем и пойдем в обратную сторону. Соединяет точно так же, как мы соединяли. 1, 2, 3. Третье пико с этой стороны и третье пико с другой стороны. Объединили. 1, 2, 3 воздушные петли в пико и в пико. Объединили.
То есть мы с вами продолжаем вязание, как бы мы и вязали, но при этом провязывая две стороны нашего плеча. Две петли Соломона, в третье пико, здесь находим третье пико, соединяем. 1, 2, 3 воздушные петли, то есть мы делаем все то же самое, что мы с вами и делали. Петля Соломона и еще одна петля Соломона. И тогда у нас с вами получится красивый шовчик, абсолютно который не будет нарушать нашего узора. Раз, два, три. У вас может быть это будет не 4 веера, может быть больше, в зависимости от размера. У меня 4. И нам с вами останется только лишь обвязать. Давайте сейчас завершим наше вязание. И нам останется лишь только обвязать проймы и горловину. Раз, два, три. Я в последнее время обвязываю полустолбиками. Один ряд и один ряд столбики без накида. Здесь у нас тоже с вами петля. Петля будет. И смотрите. Столбик мы вяжем с этой стороны, не довязывая. И еще один столбик с другой стороны. Находим место. И теперь делаем соединение. Что мы получаем? Смотрите, получаем вот такое прекрасное соединение. Вот как оно и должно было быть. Вот. Все точно так же. Теперь нитку я не обрезаю. У нас здесь пройма. И я по пройме, как я вам и говорила, просто-напросто начинаю вязать полустолбик. Что такое полустолбик? Это вот таким образом. Допустим, у нас здесь 4 воздушные петли, а я буду вязать 3 полустолбика, чтобы чуть-чуть подсократить. 3 полустолбика. Сам веерок я не трогаю, просто 3 полустолбика там, где у нас воздушные петли. Вот. Потом на месте этих полустолбиков я буду вязать ряд столбиков без накида. Либо столбики без накида с пико. Пико мы с вами вот знаем, умеем. Точно так же я буду обвязывать и горловину. Горловина у нас получилась с вами неплохая, кругленькая. Если она большеватая, если она для вас большеватая, то что мы делаем? Мы там, где у нас воздушные петли, мы, допустим, вяжем не 3 полустолбика, а 2. И смотрим, что у меня получилось. Получилась вот такая горловина. Она достаточно небольшая, как я люблю. Я не люблю слишком открыто. То есть я провязывала по 3 полустолбика и сверху столбики без накида с пико. Точно так же рукава. Они тоже получились хорошими, небольшими, как я люблю. И в итоге такая вот родилась роскошная кофточка. Может быть, туника, кому как понравится по длине. Если вяжем длиннее, это будет у нас туника. Если покороче, может быть, это будет топ, либо кофточка. Кому как нравится. Вот смотрите, что у меня осталось. Вот такой кусочек от второго мотка. Всего расход у меня получился 200 грамм на 46 размер. То есть очень экономичный узорчик, красивый. На лето, я думаю, самое то. Если вам понравилось, так же, как и мне, то значит вяжем. До следующих встреч. Всем приятного просмотра. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.